Так вот, проезжаю этот памятник репрессиям, памятник космическим репрессиям, но что интересно, он установлен в Казахстане. Жертвам космических репрессий. Да, получается, что мы жертвы космических репрессий, или что же это, если нам уже кто-то и памятник поставил в Казахстане. Не, подождите. Те же, кто согласен. Те же, да, наверное, поставили памятник. Нет, ну, есть памятник космическим репрессиям в Казахстане. Да. Правильно? То есть, значит, что-то поставил. Так кто? Сами жертвы репрессий? Или кто? Или их потомки потом, впоследствии поставили этот памятник космическим репрессиям? Не, кстати, в этом контексте, помните, недавно же совсем киргизская была тема, Скула. Там этот чувак рассказывал, что это новая цивилизация начнется из Кыргызстана. А, да-да-да, что все произошли, да. Ролик, да? Там четко вообще... Да ладно, не видел, да?